Свет, я в чат буду писать, ладно, отчет обратный. Да, только я прочитать, скорее всего, не смогу, потому что мне нужно будет переключаться. У меня один телефон на фонарике стоит. Хотя, в принципе, я же ведущий, я могу сам нажать. Да, все здорово. Друзья, приветствую всех. Добрый вечер на канале Автополстар. Сегодня у нас в гостях Светлана Лаврова с темой «Учение идет к смирению». Светлана, приветствую вас. Друзья, сегодня такая просьба будет к вам. Написать вопросы, если есть какие-то, у кого, если скопились. Скорее всего, есть такие люди, у кого скопились вопросы прям. И для того, чтобы нам сегодня поддерживать такую интересную беседу, предлагаю такой формат в Ютубе и также в Зуме. Можно писать. Света начнет и тему раскрывать. Потом мы будем зачитывать уже вопрос, ну, либо комментарий, может, у кого есть там что-то такое. Ага, все, вижу, чат активизируется постепенно. Да, всем привет. Можно еще начинать. Раз. У нас уже 16 просмотров. Ага. Всем привет. Еще раз огромное. Ой, Светлана, вас не слышно. А, не слышно? А почему не слышно? Нас слышно. Это тебе, Артур, не слышно. Слышно, говорят. Сейчас, секунду. Похоже, это у меня звук пропал. Ой, да-да-да, это у меня. Ага. Так, ну я, во-первых, хочу такую ремарочку, что мы как бы едем в пути, поэтому остановились просто провести эфир. Нет света, я сижу с фонариком, поэтому ребята, которые пишут, что там какого-то нехорошего качества, еще что-то, ну, я же не блогер. Вот, я просто тот человек, который транслирует какие-то свои мысли, свои наблюдения. Вот, и их с каждым разом становится все больше. И, конечно же, хотела я поблагодарить, во-первых, ребят, которые были в Москве на встрече. Я не ожидала, что будет так много, что так много ребят придет. Было классно. На слете автономов было тоже, там такие люди были душевные. Вот. И сейчас кто хочет встретиться, то уже скоро совсем в Питере 12-13 числа будет встреча живая, где я могу поотвечать на вопросы, расскажу свой путь. Вот. И, наверное, я сегодня долго не буду все это размусоливать, я, наверное, расскажу, почему именно я захотела эту тему поднять. У меня очень много задают вопросов, что такое учение? Неважно, какие учения, но у нас очень часто учения, они сводятся к религии. И у меня задают вопросы, сейчас, секунду, я закрою окошко. И очень часто сводятся вот эти вот учения, когда задают, это же не просто про учение, наверное, больше у меня спрашивают, что такое религия, как вы относитесь к такой-то религии, как к такой-то религии. Вот. И я уже отвечала на этот вопрос, что я в свое время была достаточно верующим человеком, но не религиозным. Но сейчас во мне вера, она отпала напрочь. То есть я объясню, что такое для меня вера на данном этапе. Может быть, оно завтра изменится, может быть, будут какие-то другие у меня восприятия. Но вера – это всегда то, во что мы верим. Верим мы всегда в то, что мы не знаем, что мы не видим, что мы не предполагаем. У нас есть четкое убеждение, например, там, я верю, что я там исцелюсь, я верю, что будет вот такое-то, я верю, что вот это. Это всегда про то, что нет знаний, что нет опыта, опытного знания, что нет каких-то моментов, которые приводят к определенному этапу нашего становления.
Это именно то, что я не знаю, что у меня нет чего-то, что я могу пощупать. Нет того, что я могу что-то интерпретировать из своего опытного знания. И нет знания. И это как раз относится к вере. И на сегодняшний день я понимаю, что знания, они лежат везде. И когда мы научаемся брать знания, которые лежат вообще везде и вокруг, нам абсолютно не нужна вера. Нам не нужно верить во что-либо. У нас есть знания того-либо другого. И когда на определенных моментах у нас нет знания, то вера — это просто как очередной наш, наверное, поддержание нашей слабости, когда мы говорим, что нет, я верить не буду, я пойду вот и увижу это в опытном знании. Когда этого нет, то тогда мы начинаем верить. Сбудется это или не сбудется, это уже другой момент. Мы об этом уже не так думаем, как о том, что насколько высока была вера. Если у нас что-то не сбывается, мы говорим, значит, вера была не такая, значит, ты не сильно верил, значит, ты не сильно доверял самому себе. И миллион-миллион всего придумываем того, что не существует. То есть для нас уже все есть. И когда мы четко знаем алгоритм, да, как бы это ни было, мы все время хотим выйти из матрицы, но все время просим, а есть ли инструкция, как зайти в автономию? А есть ли инструкция, как сделать это? А есть ли инструкция еще что-то? Выходя из матрицы, мы все время пытаемся найти матрицу чего-либо другого. Что такое матрица? Это по большому счету инструкция, это по большому счету то, под чем вы сидите. Вот. И когда вы перестаете, как бы оно ни было банально, когда вы перестаете кушать, у вас внутри нет зацепок. И я, конечно же, сейчас за несколько там минут, за час это всего не расскажу. Я в этот раз у меня будет, наверное, ретрит, он больше будет в тему. Даже не в тему автономии, а в тему выхода из матрицы, потому что это очень важно, когда, что такое наши зацепки, что такое наши крючки, откуда они появляются и как их вытащить, как с ними работать, как их распознать, и когда мы их распознаем, они сразу же отлетают. И все-таки вернемся к теме, как обычно улетела, что такое учение, это смирение. Смотрите, учения, какие-то религии, еще что-то. Я абсолютно не против их. И на определенном этапе они играют достаточно глобальную роль в жизни человека. Неважно, чего это, неважно, какие причины у него в этом срабатывают. Но когда у нас идет разбалансировка чего-либо, у нас очень часто бывает то, что вот в этой разбалансировке мы теряем себя и не можем увидеть, куда нас болтает. И вот определенное учение это чаще всего какой-то религиозная платформа, чаще всего. Вот. И вот эта вот религиозная платформа, какой бы она ни была, она всегда говорит, вот делай вот это, будет вот это. То есть она всегда идет с инструкцией. Любое учение, любая религия, она всегда идет с инструкцией, она всегда идет в матрице, постоянно. И когда мы идем вот с этой инструкцией, когда мы идем с этой матрицы, мы в определенный момент начинаем себя балансировать. И после того, как мы себя балансируем, мы можем остаться в этом учении, мы можем остаться в этом смирении, а можем пойти вглубь себя. И когда мы идем вглубь себя, это не говорит, что мы начинаем такие, как бы у нас уже нет смирения, мы такие хе-хе-хей, и начинаем-то что-то делать. Нет, это вообще не про это. Это как раз про то, что мы с огромной благостью относимся к любому учению, к любой религии на определенном этапе своего развития. И когда мы с огромной благостью к этому относимся, когда мы не говорим, что это... Ой, это вот все было вот прожито, там, не знаю, там столько лет потеряно, это все вообще не так, как многие мне начинают писать, что я столько времени потерял вот на изучение вот этого. Ребят, вы никогда не теряете время. Никогда у вас нет потери времени, никогда у вас нет откатов, никогда у вас нет ненужных вещей.
все, что вы делали, даже если вам казалось или кажется на каком-то этапе, что это такая глупость, это так нецелесообразно, еще что-то, только благодаря этому вы пришли к тому, какой вы сейчас. А по факту вы не можете себя не любить. Мы очень часто думаем, что мы себя не любим, придумывая что-то еще. Но когда я ребятам раскрываю, что такое любовь, когда я ребятам показываю, что когда они понимают, что самое главное в жизни это вообще это больше ничего главнее тебя, больше уже в этой жизни не бывает. Потому что как только мы убираем себя, вот этот стержень, этот стержень я всегда называю душой. Некоторые говорят, что души нет, но я не могу назвать этот стержень как-то по-другому, потому что когда мы не поворачиваемся к своей душе, когда мы не чувствуем свою душу, тогда кто мы? Это уже другая тема, да, не буду забегать. Вот. И как только мы поворачиваемся к своей душе, как только мы ее осознаем, мы понимаем, что бы мы ни делали, мы пришли к этому состоянию самого себя, к состоянию вот своей души, что мы сейчас можем чувствовать, то, что мы можем ощущать, то, что мы можем, какие знания мы можем вложить в себя и принять от другого, это только благодаря в том числе и тем ошибкам, которые мы себе придумали, что это ошибки, это неправильно, это там не своевременно, это еще что-то. Как вы научитесь себя благодарить за каждый момент? Тогда вы научитесь раскрывать те моменты, которые происходят в вас. И я бы, наверное, хотела сказать еще такой момент. Наверное, я бы так сказала, что моим близким достаточно, в общем понимании, достаточно непросто со мной. Что я имею в виду? То есть не том, что я какая-то там капризная девчонка, там еще что-то, у меня этого нет. Но у меня бывают такие этапы, когда я не выхожу вперед, не выхожу выше, а выхожу глубже. И у меня бывают такие периоды, когда я умираю тотально. И что такое умираю тотально? Это, ну, вот он был буквально на днях у меня этот период, да? Когда у тебя идет не то, что обесценивание себя, не то, что обесценивание всего, а это немножко другие этапы, когда ты понимаешь, что вот все, что оно есть, когда ты понимаешь, что твой мир, он твой, без тебя его нет. Но ты понимаешь, что ты настолько контактируешь с другим миром, и когда тебя не будет, твоего мира не будет, этот весь мир, он останется. И у тебя начинаются такие моменты, что ты думаешь, а что я сделал для этого мира? А должен ли я что-то сделать для этого мира? А нужен ли я здесь? И вот это вот тотальное обнуление, оно может доходить до такого, что это правда, это действительно, я не одна такая, знаю таких людей, что если с тобой нет того человека близкого, который тебя видит в этот момент, то ты можешь буквально вот несколько минут, и тебя может не существовать, твоего белкового тела. То есть настолько происходит обнуление, это не депрессия, с этим вообще путать не нужно, это вообще не депрессия, это не обнуление того, что там обесценивание себя. Нет, это тотальное воссоединение с тем, что есть и чего нет. И когда ты проходишь этот этап, ты начинаешь видеть другие вещи. Что такое другие вещи? То есть изначально мне когда говорили, там, ну, некоторое время назад, да, что там тонкие планы. Я когда спрашивала, что такое тонкие планы, и мне вот как бы никто сказать толком не мог. Ну вот тонкие планы, это когда там то-то, то-то, и вот это вот какая-то философия философская, которого я вообще не люблю. Мне нужно очень четкое понимание, чтобы у меня была вот эта вот логическая цепочка для меня. И когда у меня происходят определенные вот эти вот обнуленческие мои этапы, и когда я вот в этот раз прошла свое обнуление, и опять же, я говорю, что я осталась в этом белковом теле только благодаря человеку, который прям тотально меня чувствует, понимает, и который меня в определенный момент может вытащить из этого состояния. И вот это вот как после этого проходят всегда новые какие-то осмысления. И когда вот проходит вот это вот очередное осмысление, когда ты видишь себя на тонком плане, когда ты видишь этот тонкий план, и когда это, наверное, очень сложно передать словами,
когда ты очень четко понимаешь, что каждый листочек, который может находиться на дереве, может уже опасть. Каждая травинка, которая может расти, а может уже быть желтой. Это тотально. Этот мир, который есть, он не плохой, не хороший, он не какой-то глобальный, глубокий, либо еще какой-то. Он просто настолько реалистичный и живой. Это очень сложно передать словами. Когда ты понимаешь, что вот он настолько вот, настолько есть, вот этот мир настолько есть, и ты есть в нем просто потому, что ты есть. И вот эти вот ощущения, они становятся абсолютно другими. И когда начинают тут находится такое вот такое на определенном этапе, оно получается такое единение, когда ты очень четко понимаешь, вплоть до того, что вот что, например, там животное, которое идет, там проходит мимо, ты чувствуешь, что чувствует это животное. И это не потому, что ты становишься животным, это не потому, что ты становишься таким вот богом и все знаешь, а потому что ты есть вот ровно столько, сколько есть все. Наверное, это очень сложно объяснить, но это происходит тогда, когда ты переходишь вот эту вот стадию смирения, стадию учения, когда ты научился до определенного стадии, до определенного момента, когда ты под крышечку заполнился, после этого ты идешь в обнуление, и после обнуления ты становишься вот этим вот всем, которое не хорошо и не плохо, оно просто есть, оно просто входит в жизнь в определенный момент. Ты начинаешь быть этой жизнью. Я не знаю, как, насколько я это объяснила, насколько это понятно, но я готова ответить на вопрос, если что-то непонятно, потому что эту тему я буду поднимать на ретритах, потому что эта тема достаточно глобальная. И как только мы понимаем эту тему, вот прям прочувствуем, тогда у нас нет вот этого момента, как исполнить желание, а как выйти на неедение, а как выйти там туда, а как выйти сюда, а как реализовать это. Оно просто настолько становится незначимым, оно настолько становится как бы вообще как будто это в другой жизни. И ты просто начинаешь быть в процессе всего того, что происходит вот здесь. Светлана, тут в Zoom пишут. Я тоже чувствую животных и даже знаю, что они говорят, и могу ими управлять. Ну ладно, это просто комментарий, наверное, не нуждается в пояснениях. Сейчас вопросы про человека, который вас поддерживает. Это мужчина, и он автоном или нет? Или женщина? И что плохого со смирением? В смирении такой вопрос. Ну, во-первых, я наоборот сказала, что в смирении нет ничего плохого. Я сказала, что на определенном этапе это очень хорошо. Я ни в коем случае вообще не делю на хорошее или плохое. Ребят, вы поймите, что, смотрите, вот есть хорошее, есть плохое, да. Если мы начнем разбирать хорошее, там, вот это хорошее, вот это для того хорошее, его не существует. Точно так же, как и плохое, когда мы начинаем падать в плохое, его тоже не существует. И когда мы начинаем вот эту вот дележку, что хорошее, что плохое, мы начинаем падать из одного несуществующего в другое несуществующее. Это как будто нас начинают как за ниточки управлять туда, чего нет. Поэтому не бывает никогда ни хорошего, ни плохого. Бывает просто то, что тебе нужно перепрожить внутри себя. Это первый момент. А тот близкий человек, который есть, да, это мужчина, это муж. Такой вопрос. Скажи точно, сколько ты уже не ешь и не пьешь? 2 года? Или ты уже отказалась от этой идеи? С 14 марта, какой он получается, 21 год. Я вот год, ребят, я не помню, как год сказать. Ну, короче, чуть больше года. Это какой, 20 или 21? Если чуть более года, то 21, да.
Получается, 14 марта, сегодня 3 ноября, то есть 11 минус 3, 8, и 14 числа будет уже год и 8, получается. А, ну, значит, вот так вот, да. Вот. Но это не про то, что не есть или не есть. Ребят, вот смотрите, когда вы играете в голодовки, это вообще бесполезно все. А бывают такие моменты, когда просто, ну, я... Вы же знаете, что я вышла благодаря своей болезни. Вот. Но сейчас я работаю с людьми, работаю с ребятами. Я же выходила не первый раз. И в определенный момент наступает такое тотальное обесценивание еды. Тотальное нет важности, нет смысла. Смысловая нагрузка, когда перестает существовать в еде. Тогда вы можете есть, а можете не есть, неважно сколько. И все мои близкие, все мои друзья, они не едят каждый день. Угу. Они не едят, у них нет такого, что вот я сегодня поел, завтра не поел, там еще что-то. Кто-то там, кто-то не ест по 2 месяца, кто-то не ест по 3 месяца, кто-то не ест просто каждый день. Но вот это и вот то, что нужно поесть обязательно каждый день, вот весь мой круг, который общение, с которым я общаюсь, у них этого нет, отпадает вообще напрочь. То есть мы идем в другие познания себя. Это здорово, прям до мурашек. А кто из близких, Светлана, 2 месяца уже? Это муж, да, наверное? Ну, у меня муж по 3, по 4 месяца бывает не ест. Ну, по 3 месяца бывает не ест, как бы нет такого, что прям нужно есть. Здорово. Вот, как бы нет такого... Ну, и я не могу как бы озвучить имена, потому что, ну, во-первых, все знают, что я работаю со Славой, да? Вот, он тоже просветленный. У него тоже нет такого, что он может есть каждый день. Он курит, у него это, да, он говорит, я хочу, говорит, курить. Потом, говорит, отвалится, перестану курить. Говорит, пока, говорит, нет такого, что я хочу или не хочу, просто вот она курится. Вот, но у него нет такого, что, у него, что он каждый день есть. То есть он может точно так же уходить сколько-то, нет такого, что отследил, я не ел сегодня вот столько-то. Там я не ел вот эту неделю, я не ел 2 недели. То есть четко понимание идет, когда вот это вот понимание срабатывает, ребят, вы не теряете вес, у вас нет интоксикации, вы идете в самого себя, это другие процессы. Как только вы начинаете терять вес, как только вы начинаете вот эту интоксикацию, это ваша голодовка, это ваше очищение организма. Оно тоже прекрасно. На определенном этапе это тоже прекрасно. Угу. То есть вы автоматически ответили на там несколько вопросов еще были про имя тоже, да, в том числе. То есть насчет Славы еще хотела уточнить. Вот про Славу можно фамилию его озвучить, или это тоже не важно? Нестеренко. Ага, понял. А что сейчас? Тут Роза пишет, я все понимаю, тоже 3 года и 2 месяца уже без еды. Здорово, Роза. Красотка. Воодушевляющий пример. Не думаю, что Светлана против однополных отношений, написано. Тоже да, вообще, по большому счету, отношений нет пола. Вот. Просто если мы говорим про генетическую спираль, то у мужчины... Это просто вот генетика такая. У них меньше на 1 женскую хромосому, а у женщин на 1 мужскую хромосому. И когда женщина с мужчиной 2 половины, к сожалению, они не всегда... Вот в нашей плотности 2 половины, они не всегда встречаются. Они, ну, вернее, никак не всегда, не сразу встречаются. Это очень редко, что там со школы там, или вот первый брак, там еще что-то. То есть они должны пройти определенный путь становления себя, как бы подтачивания своих вот этих вот клеточек, вот, чтобы потом найти свою 2-ю половину. Мужское и женское, оно как бы так трынц и закрепляется. Но если мы говорим о каких-то однополых отношениях, то однополые отношения тоже они имеют быть, но ты идешь до определенного этапа. Ты всегда должен понимать, что в однополых отношениях это не хорошо, не плохо. Тебе этого может быть вообще с головой достаточно. Но ты всегда доходишь до определенного этапа, потому что следующий этап у тебя будет недоступен по генетической цепочке. И это не хорошо, не плохо. Это просто определенные вещи, которые есть.
Вы чувствуете, что не тело сейчас... А, сейчас какой вопрос? Сейчас... Так, не два раза был задан вопрос, второй раз уточнение идет. Сейчас, секунду. Вы чувствуете, что ваше тело сейчас полностью чистое? Ребят, тут уже дело не в чистоте. Тело-то оно... Дело не важно уже в чистоте. Оно уже начинает меняться, вплоть до того, что начинает меняться не то, что клеточная структура, а костный состав начинает меняться. И здесь дело уже не в чистоте. Здесь дело в том, насколько это все быстро, потому что насколько быстро, насколько это будет безболезненно, потому что, ну, бывают такие моменты, что все равно чувствуется физическое тело. Очень, я вам уже говорила, что у меня очень сильно чешутся корни зубов, то есть не десны, а корни зубов. И я на сегодняшний этап как бы не готова к смене зубов, не готова была к смене зубов. Но чем больше мне приходит информации не только о зубах, да, но зубы – это же наш род. Вот, и чем больше у меня приходит вот эта информация, тем больше я понимаю, что чем быстрее я их сменю, тем ближе я стану к очередному этапу самой себя. Но опять же, тут понимание какое, то есть быстрее сменю, то есть... Если бы я жила где-то в деревне одна, да, я бы могла там менять зубы, там, потому что у меня же есть восприятие мое, я смотрю на своих детей, я вижу, что у них зубы меняются в течение нескольких лет. И я понимаю, что я вот такая вот раз и сижу, и несколько лет меняю зубы. Конечно, мне бы захотелось там вечером там выплюнуть, да, а утром просыпаешься, а там пилорама, там красивые зубы, белоснежные, ровные все, и все по-новому. Мне бы, конечно, так хотелось, но так как я еще пока у меня нет понимания, моего личного понимания, как долго они будут меняться, как быстро они будут меняться, то, видимо, пока я вот это вот внутри себя не решу этот вопрос, но я, с другой стороны, я понимаю, что нужно его решать, ну, наверное, быстрее, потому что, ну, пока я не решу, но через какое-то время я просто буду... Без них я тоже это прекрасно понимаю, потому что меняется абсолютно все. Тут уже дело не в том, что хочешь, хочу или не хочу, тут уже дело того, что как бы у тебя все равно, у тебя меняется вся твоя структура, она меняется, от этого никуда не деться. Да, то есть там уже такие процессы идут, что классическая медицина про это вообще точно уже ничего не знает. Нет, это уже бесполезно. Нет, у меня как бы классическая медицина, это, конечно, хорошо, но вот у меня тоже много сейчас... у меня сначала было много вопросов писали, потом как-то вот такое затишье было, и сейчас опять пишут некоторые ребята, а почему вы не проверяетесь? Чтобы доказать кому-то. Но, во-первых, это очень четко должно быть понимание, что хочу я доказать кому-то или нет, но даже если... есть иногда вот такое вот проскальзывает, что как бы, ну, хочется показать ребятам, что как бы да, оно есть, не сомневайтесь в себе. Но у нас здесь очень много юридических вопросов, которые будут как бы, ну, вот как, вот такая вот... Есть такой человек, который не ест, не пьет, у него есть малолетние дети, да? Вот. А не пойдет ли это как бы на какое-то заключение психиатрическое там или еще что-то? То есть здесь же очень много юридических вопросов, поэтому... Пока это не решилось, разговаривать об этом смысла нет. Да, точно. А наши гости была в Москве, пишет в Ютубе. Да, я была в Москве, ребят. Я даже... у меня есть ролик. Я не знаю, скидывала. Я его даже скидывала, по-моему, в свои группы, которые в Телеграме. Вот. И там будут небольшие записи. Была я в Москве, очень все чудесно. Прошли два дня встречи, пришли чудесно. Там просто... Ну, я даже не ожидала, что столько народу, во-первых, придет.
Вот, и так, так душевно посидели, у нас было такое атмосферное место, и что мне ребята сказали, говорят, мне вообще, нам вообще под конец показалось, что мы вообще находимся в Хогвартсе, и сейчас начнется, там стены разъезжаются. Ну, то есть, да, так было вообще все клево, и сейчас вот я говорю, если кто-то хочет приехать, то приезжайте, ребят, кто из Питера, приезжайте в Питер 12-13 числа, будет встреча, естественно, все контакты, как обычно, будет под видео. Вот. Приезжайте, буду с огромным удовольствием рада вас видеть. Все, что получится за это время рассказать, я с огромным удовольствием расскажу. Вот. Ну и, конечно же, на ретрите это более полная информация, где там идет прям погружение. Потом человек поправил, он имел в виду не в Москве, а в моменте. Все просто. А в моменте это же всегда, ребят, когда вы научаетесь жить без мысли. Что такое мысль? Да? Мысль – это всегда либо прошлое, либо будущее. Ты не можешь мыслить то, что есть в моменте. Потому что как только ты начинаешь мыслить, ты уже говоришь о прошлом, потому что ты не можешь следить моменты. И когда ты научаешься жить в моменте, у тебя нет мысли. И когда говорят мне, так это же невозможно жить без мысли, ты же как вот это вот решаешь какие-то вопросы, какие-то задачи. Но когда ты в моменте начинаешь это делать, оно все идет как по накатанной. Как только ты возвращаешься в мысль, у меня сейчас нет такого, что там я возвращаюсь в немысли, а у меня сейчас, наоборот, я возвращаюсь в мысль по каким-то определенным вещам бывает. И мне это состояние не очень нравится, потому что когда ты возвращаешься в мысль, ты как будто бы возвращаешься всегда в чужой мир. Ты всегда думаешь о том, что должно быть, там еще что-то сделать. Вот. А когда ты в безмыслии, ты всегда идешь в своем потоке. И когда ты идешь всегда в своем потоке, у тебя всегда есть ответы на все вопросы. У тебя нет вопросов. Угу. Тут Роза пишет, что будет в Питере как раз пару месяцев и приедет. И вопрос такой от Галины. Совсем не ешь и не пьешь? 1 год 8 месяцев, да? А в кишочках видны производные пищеварения? Хм, очень странно. Объем приличный. Ну, да ладно. Потом гляну подробнее состав и как давно употреблялся. Непонятно, что имеется в виду. Всем хороших выходных, с праздником. Что-то такое. Текст сумбурный такой. В общем, видимо, человек хотел просто проявиться. Ладно. Ну, здорово. Отлично выглядишь, Светлана и Артур тоже мне пишут. Да, особенно Светлана. Светлана, спасибо за ваш образ жизни. Можно вопрос про то, что голодовки – это не про то, и что надо, чтобы было погружение внутрь, чтобы само пошло, автономность. Как это включается? Вопрос. Да, ребят, смотрите, вообще я за голодовки. Потому что я себя голодовками вытащила в определенное состояние. То есть что такое голодовки? Это когда мы свой организм вытягиваем на исцеление чего-либо. И на определенном этапе эти голодовки очень нужны и очень важны. Но когда вы начинаете заигрываться в голодовки, вы никогда не перейдете в автономию. Автономия – это не про голодовки. Автономия – это когда у вас включается вот это вот… Как я уже говорила, что никчемность, неважность еды. Когда вы понимаете, что она в вашей жизни уже не дает тех эмоций, которые вас на что-то заряжают. Когда вы научаетесь жить через чувствование, тогда вам не нужны эмоции, а когда не нужны эмоции, еда отваливается. Еда дает только эмоции, она не дает чувствования, она не дает. Вы же все прекрасно знаете, все были как минимум на одном дне голодания, да, хоть даже на воде. И нет ни у кого такого ощущения, что. Вот сколько мне не говорили, нет такого, что там физическое тело чувствует, что я хочу есть. Все время выходим через голову. А через голову почему? Потому что мы очень часто разъединяем голову и тело. А когда мы научимся слушать свое тело, тогда у нас уже будет по-другому. Когда мы научаемся слушать свое физическое тело, когда мы научаемся слушать свое белковое тело, тогда у нас идет... вот этот вот коннект с головой, и когда в определенный момент, когда мы выходим ближе к самому себе, ближе к своей душе, тогда у нас идет обнуление вот этих вот всех программ, которые нам навязались, в том числе еда. Она последняя, практически последняя отходит.
Но она же приходит ведь не просто так, ребят. Сначала отваливаются те программы, которые нас научили, почему я должен быть хорошим. Потом отваливаются программы, почему я должен быть хорошим перед родителем, мужем, детьми, еще что-то. Потом мы начинаем залезать вглубь и начинаем видеть, по каким причинам мы родили ребенка. Покажите мне хоть одного человека, который родил ребенка ради этого ребенка. Мы же всегда рожаем даже детей для того, чтобы там у нас огромная любовь, чтобы на новый уровень себя выйти, что у нас, например, там закрепить семейные отношения, там еще что-то. Но кто подумал, что я очистил свое физическое тело, я готов быть тем инструментом, когда придет та душа, которая захочет прийти ко мне. Но это, наверное, такие единицы, но, если честно, они, наверное, есть, безусловно, но просто я таких не видела. И когда вы начинаете прорабатывать и эти программы, когда вы начинаете прорабатывать программу, а что я здесь делаю, если я вообще как бы, чем я отличаюсь от листика, который упал уже с дерева, и вот он лежит, он же та же самая жизнь, в которой я существую. Чем ты отличаешься от этого листа? И когда вот идет вот все глубже и глубже вот в эти проработки, когда идут вот эти вот осознания, но они, ребята, не очень такие глубокие. Если с вами рядом нет человека, ну, это мне так кажется, достаточно, который вас тотально принимает, который знает, какое вам слово сказать, чтобы в определенный момент вот вы вышли к самому себе, то не факт, что вы выживете. Не факт, что вы в определенный момент пойдете в жизнь своего белкового тела. Может быть, вам будет уже такое, как многие говорят, шизофреники, там еще что-то. Да, такое есть, потому что вот это вот настолько вот идет тотальное обнуление. Оно не под, это не депрессия. Это не про то, что там ты ничего не знаешь, что я сделал. Это про то, что... Но это совсем про другое. Это такая глубина, и когда ты в очередной раз... вот эту вот глубину проходишь и вытаскиваешься, то вот если я себя вспомню, там, например, еще, например, месяцев 6 назад, да, и сейчас, то я бы, наверное, если бы мне сказали вот месяцев 6 назад, что я вот буду вот видеть вот это, вот слышать вот это, вот там какие-то моменты вот эти вот ощущать, чувствовать, то я бы сказала, да такого не бывает, это все вообще ерунда какая-то. Это что это за колдушка там такая сидит, что что-то такое творит, делает, говорит, еще что-то. А по факту я понимаю, что это настолько просто, это опять же, возвращаясь к тому, что это наши базовые настройки. Но мы настолько закрыты от самого себя, мы настолько, у нас все, многие учения вообще говорят, что вообще либо души нет, либо душу воспринимают как какой-то орган, который... можно заковать в какие-то рамки. Это не так. Вас нельзя заковать. Вы и есть душа. Вы и есть тот стержень, который, как только вы узнаете, как только вы начнете общаться со своей душой, как только вы поймете, вы уже моментально, вы стёгивает в другую плотность. И когда вы научаетесь поворачиваться к своей душе, у вас вообще происходит все по-другому. Вы начинаете видеть другие вещи по душе. Не по социальным программам, не потому, что вот это нужно, не потому, что вот это вот это правильно, не потому, что вот я хочу познать там чего-то. А когда вы поворачиваетесь к душе, у вас открываются такие миры, у вас открывается такое осознание себя, у вас открывается такая сказка, которую вы даже никогда не видели, никогда таких книг. И вот этого, наверное, одно из самых главных на определенном этапе вашей жизни. Ну, по крайней мере, это у меня так было. Так есть. Здорово. Маричка пишет, расскажите про свои эмоции, про эмоциональную палитру. Ребят, я сейчас не пользуюсь эмоциями, мне они не интересны. У вас наступает определенный момент, когда вы научаетесь чувствовать. Мы же изначально у нас 5 органов чувств, 2, да? И когда мы уходим в чувствование себя, у нас они открываются одно за другим. У нас вообще 360 чувств. И когда мы приходим к чувствованию, то тогда эмоции для нас становятся такими мелкими, такими низкими, они становятся такими неинтересными, они становятся такими неполными.
и ты идешь в чувствование. Чувствование – это жизнь. А эмоции – это всегда поверхность, это всегда панцирь. И вот на эмоциях очень часто связано вообще все на свете. На эмоциях связаны какие-то отношения, на эмоциях связано какое-то воспитание, самого себя даже. На эмоциях связано учение, на эмоциях связана еда. Все это связано на эмоциях. Как только вы эмоции убираете, вы идете в чувствование, у вас вот это вот все ложное, оно просто отваливается. Здорово. А вы можете прислать мне энергии, написано, Грамми пишет в Ютубе. Вы можете прислать мне энергии, чтобы я на сухом 10-м дне продержался? Заранее благодарю. Посылаю всем энергию, ребят. Принимайте. Словат пишет, фрукторианство перед неедением – это существенный фактор успеха? Нет. Это суть в ментальной готовности. Несущественно. То есть ментально готовы. Только осознание. Чем вы питаетесь, это идет. Смотрите, чем легче вы питаетесь, чем больше вы проходите голодных дней, тем больше у вас идет очистка вашего физического тела. И когда вы очищаетесь физическим телом, вам проще начать чувствовать, что вы думаете, какие у вас прийти к себе, что вы хотите, что вам нравится, что такое ваша душа. И когда вы поворачиваетесь к своей душе, у вас просто физическое тело болями, болезнями, какими-то недомоганиями, какими-то депрессиями, оно не оттягивает вас, вашу душу, свое внимание туда. И поэтому вы очень просто можете повернуться к самому себе и познать, кто я есть, кто вы есть. Вот это, да, это один из очередных путей, познание к себе. Но если вы пойдете дальше, если вы не будете смотреть на свою душу, а просто пойдете механически в правильное питание, в легкое питание, в фрукторианство, еще что-то, то вы там застрянете, и ну, как бы развития такого не будет. Смысла не будет во всем этом. Угу. Расскажите, пожалуйста, про социальную жизнь в системе на автономии. Например, когда ты работаешь и заходишь на автономию, теряется интерес? Нет, интерес, если тебе эта работа нравится, интерес не теряется, и когда ты заходишь в автономию, то, когда ты заходишь в самого себя, тебе становится интересно все тем, чем ты занимаешься. И у тебя пропадают страхи, тебе уже не страшно поменять что-то в своей жизни, ты понимаешь, что ты идешь к себе, и это очень важно. Вот. И как оно проходит жизнь? Ну, я могу сказать единственное, что, ребят, какая бы красивая, шикарная, клевая, там не была квартира, а потом дом, еще что-то. Тебе становится душно, тебе становится в этом тесно, и ты начинаешь везде смотреть, везде ездить. То есть вот у меня даже сейчас проходит марафон, меня вот ребята ждут, когда там очередной день, то есть у нас марафон запланирован на 7 дней, у нас он будет 10 дней, потому что мне хочется вот это им дать, вот это хочется вот это вот рассказать. А так как я все время в пути, постоянно в пути, то приходится вот такими вот какими-то урывками что-то давать, потому что на определенном этапе ты понимаешь, что ты начинаешь, вот если тебя помещают в какую-то коробку, ты начинаешь задыхаться. Это от этого не скрыться, это действительно так оно и есть. Как бы мы себя не обманывали, что там, ну вот дом, своя земля, и вот здесь вот мы вот как бы раскрываемся. Ты не можешь усидеть на одном месте. Тебя с одной стороны место силы зовет, в другую сторону место силы. Ты начинаешь познавать, каждый, то есть смотрите, у нас Земля, но это уже тема другого эфира, это понемножечку раскрою, да? У нас Земля, она есть наше место силы, да? Если уж мы здесь находимся. И в каждый момент где-то начинает пульсировать вот эта сила, место силы, как назовите хоть как хотите. Она в какой-то момент начинает пульсировать. И ты осознанно либо неосознанно начинаешь ехать туда. Ой, а что ты меня потянула там в этот город? А что ты меня потянула к морю? А что ты меня потянула к горам? А что ты меня потянула там еще что-то? И осознаешь ты этого или нет, то результат ты все равно один, ты все равно начинаешь ездить. Когда ты осознаешь, это классно. Когда ты осознаешь, ты получаешь именно то, что ты можешь взять. Ты берешь, а потом это с огромным удовольствием это все раздаешь. И это здорово, это классно, но ты на одном месте усидеть, как бы ты ни хотел, если ты выходишь в определенный состояние, ты не сможешь. Точно. Оксана пишет,
Светлана, привет. Не пропускаю ни одного твоего эфира на канале. Благодарю за информацию. Очень мотивируешь. Ты так здорово выросла, как спикер, за этот год. Качественный рост налицо. Благодарю. Максим тоже благодарит очень сильно. Так, и благодарю за энергию. Тоже молодой человек читает по осознанию, пожалуйста. Читайте по осознанию, пожалуйста. Не теряйте буквы при произношении, пожалуйста. Так, Владимир Медведев, Грэмми, вы можете... то, что написано, вы можете послать мне энергии, чтобы я на сухом 10 дней продержался? То есть не 10... А мы уже послали. Да, то есть мы уже послали, несмотря на то, что вы не продержались еще 10 дней. Вот, и поэтому, в общем, это, можно сказать, инсайт вам из будущего, Грэмми, то, что вы продержитесь. Так. Это неспроста, я немножко оговорился. То есть здесь все связано. Что надо, чтобы повернуться к душе? Ольга пишет. Ой, ребят, я вам сейчас это раскрыть не смогу, потому что, чтобы повернуться к душе, это такой процесс. За 2 минуты я вам не раскрою, это правда. Потому что я бы уже, наверное, на сегодняшний день бы завершила этот эфир. И пишите вопросы в личку, потому что мне через 2 часа нужно еще в один эфир выйти, вот, и чтобы доехать. Ребят, но я вам скажу, блин, если у кого-то есть возможность, приезжайте на личные встречи, приезжайте. Я очень много даю информации в бесплатных эфирах на канале. Вот у нас будет про лень в закрытом клубе, то есть закрытый клуб, но я сейчас постараюсь восстановить, чтобы было как минимум 2 эфира в закрытом клубе. Не смогу я ответить на все вопросы, но то, что такое значит повернуться к душе, это, наверное, начать чувствовать, что вы хотите, выбирать социальные программы. Но это очень сложно, если рядом с вами нет никого, кто бы вас вывел, потому что мы же живем в социальных программах не потому, что мы хотим в них жить, а потому что мы не видим, что мы в них живем. И должен появиться какой-то человек в вашей жизни, который вам скажет, как бы вот это вот не так. Ты будешь говорить, не-не, это все так. А он тебе приведет эти аргументы, и ты думаешь, о, нифига себе. Mm-hmm. Это всегда, всегда там, где вы видите, что здесь вот есть выход, это всегда не то. Ребята, вот поверьте моему слову. Когда вы думаете, вот я сейчас туда пойду, это вот точно так. Если вы зашли в этот момент в какой-то, где вы потеряли видение самого себя, и после этого вы видите, где выйти из этого видения, это всегда не то, потому что вы уже, если бы вы видели это видение, вам не нужно было бы к нему идти. Оно просто вот на раз-два выщелкивает моментально. Чаще всего вот вы видите какую-то дверь, вы видите, что вот вам нужно туда. Ну, проработайте ее. Но вы всегда будете знать, что есть еще другая дверь, которая точно ваша. А вот это просто как бы, я не знаю, как порожек какой-то. Просто если вы просто есть голова, которая захотела проработать определенную проблему. Ну, почему ее не проработать? Проработайте. Но она это никогда не выведет вас к другим результатам. Угу. Да, тут Сосиска пишет: «Всем привет, с уважением, Сосиска». Клево, очень информационно. Энергия бесконечна? Конечно, безусловно. Угу. Да. То есть я бы добавил Грэмми тут, что если вы сухое практикуете, то это значит, что у вас уже тело должно быть подготовлено, чистое. В общем, имейте в виду. Ну, там моменты есть. Изучайте литературу. Ни в коем случае нельзя вот так именно ломиться в этот. Ну, то есть прям нужно изучать, читать, погружаться в это все. Ну или как минимум хотя бы научиться чувствовать свое тело, как вот Светлана говорит. Ну это, кстати, очень большой этап. Это как минимум кажется, а по факту мы всегда его отрицаем. Да. Можно я вас покину на сегодня? Конечно. Я вам огромную благодарность. К следующему эфиру я постараюсь быть прямо уже на месте, чтобы побольше разобрать вопросов. И мне очень приятно, что столько вопросов, мне очень приятно, правда, приятно, что меня и слушают, и задают вопросы, что это все интересно. И я как раз поэтому и езжу сейчас по городам,
чтобы максимально ответить на все, чтобы максимально люди приходили к себе. Не за каким-то гуру шли, не за какими-то учениями, а именно в себе, потому что у вас все вопросы. Вы настолько глобальны, вы настолько клевые, вы настолько объемные. И как только вы это познаете, у вас начинает просто выщелкивать раз за разом. Вот все ваши осознания, все ваши знания просто начинают открываться. Я вас благодарю за это. Угу. Благодарю. И всем огромное спасибо. Хорошего продолжения времени. Пока-пока. Все, ребят, стоп на трансляцию. Нужно включать дискотеку. Ну, объявление, наверное, отдельно сейчас запишем. А кто будет на следующем? Сейчас я просто не увидел.